Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами я, Васильева Ира, и сегодня мой первый влог. Да, я буду вести влоги, по крайней мере, попытаюсь. Вот, пересмотрела очень много влогов, я это делаю не ради славы, а ради себя, потому что мне нравится фотографировать, снимать, ну, много всего разного. На самом деле, сегодня в первом влоге я расскажу о себе. Мне 15 лет, я учусь в школе, занимаюсь танцами, учу английский язык. Имею много хороших друзей, люблю ходить по магазинам. Вот. Люблю фоткаться и снимать, как я это уже говорила. Влоги я вообще не умею делать, буду пытаться, так как мне это хочется и нравится. Вот. Ну вот и все. Встретимся в следующем влоге.